Завтра во многих местах Латвии пройдет дождь. Ожидается дымка или туман. Больше осадков выпадет предстоящей ночью, во второй половине дня и вечером. В первой половине дня дождь пройдет в основном только на юге страны. Ветер слабый, умеренный, юго-западного направления. Минимальная температура воздуха ночью от плюс 1 плюс 2 градусов в Латгале до плюс 9 на побережье. Максимальная температура воздуха днем плюс 3 плюс 10. В Риге завтра небольшой дождь, осадки могут усилиться к вечеру. Ветер слабый, юго-западный. Температура воздуха ночью плюс 6 градусов, днем около плюс 9.